Жителям некоторых домов в центре Красноярска сейчас не до горящих путевок и отпуска. Газ не дадут, пока все не запротоколируют. Заложниками бумажных разборок двух компаний стали жители нескольких домов по улице Горького и Железнодорожников, которые четвертые сутки не могут нормально готовить. Эту историю мы рассказывали накануне. При прокладке теплосети компания «Крастек» повредила газопровод. В Красноярск-Горгазе сегодня пояснили, со вчерашнего вечера они приступили к ремонту трубы. Весь процесс затянулся из-за выяснения отношений с виновником аварии. Теплоснабжающая организации. Если поломку успеет устранить до темноты, то газ появится в квартирах сегодня. Крайний срок завтра. По крайней мере, так пообещали.